Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 14.1. Так, что же нам представили в этой новой версии iOS? Абсолютно ничего, то есть добавили одно нововведение, это касается редактирования видео HDR 10-битного разрешения. Это касается iPhone 8 и более новых устройств. Остальное все исправление ошибок. То есть это говорит о том, что это минорное обновление. Посмотрите пока скорость работы. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Автономность будет завтра.